вторая миссия за Терранов. Я не могу поверить, что нас так просто взяли и послали в пустыню. Эти конфедераты думают, что они могут делать все, что им захочется. В ней вы встречаете Гриф Рейнера. Привет, парни, я Джим Рейнер, шериф этой области. Это Джимми. Ты начал отправить строительные минералы и закажите еще строителей. Ну, можно начать эту быстро. Да, сэр. Не хватает минералов. Жду приказа. Хорошие мысли. Робот готов, сэр. Не забывайте постоянно строить строителей. Чем больше у вас выходит, тем быстрее вы перебиваете. Хорошая мысль. Мне нравится. Робот готов, сэр. Выполняю. О, да. Мне нравится. Робот готов, сэр. Жду приказов. Уничтожение зергов в этой миссии, в принципе, не будет. Мне нравится. Готов в бой, Джимми. О, да. Хорошая мысль. Готов к работе. Рейна на связи. Жду приказа. В бою Марина с маленьким количеством здоровья ничем не хуже, чем целую. Это Джимми. Их просто нужно держать немножко позади. Целью этой миссии является построить 10 маринов. Чем больше у вас будет бараков, тем быстрее вы сможете строить войска. Это Джимми. Что ты хотел? Готов в бой. Все закончил. Жду приказов. Что ты хотел? Это была достаточно короткая миссия.